Всем привет. Все просят запилить ролик про бытовуху. Сейчас будем запиливать ролик на бытовуху на 2 минуты. В общем, в номере телевизор. Кстати, интересное кино крутит до недавнего времени, по-моему. Вот, твоя любимая, Али. Сделал погромче. Да, сейчас. А мне не сделать. Река. Она почему-то тихо за мной играет. Нормально играет. Че, игру? Шикарно. Да? Bedroom. В оригинале. Вот. Короче, замок магнитный. Сейчас покажу. В принципе, здесь стандартный отель. Туда вдаль. Вот. Здесь вниз, здесь наверх. Трехэтажка. Вот. Закрываемся. Магнитка. Бытовуха, это нам в панде наложили мясо всякого разного. Тут креветки, мясо, плюс такой запах, да, курица. Плюс еще набором кока-кола, пепси-кола. Я не знаю, это мы выиграли вот в этих автоматах. Такая шляпа. Ну, вот, можно тут поесть. Кэмел. Вот такой кэмел у них интересный. Ну, красиво сделан. Да? Мальбро. Мальбро подороже, уже десятку стоит. Вода, стаканы. Так, что тут еще показать? Сейф, да? Код не буду показывать. Вот, то есть вот открывается тут. Все, закодировано. Вот. Холодильник по желанию. Можете что-то положить, не знаю, если что-то кому-то надо. Тут, короче, вещи. Вот. Дальше. Одно, второе, третье. Что надо? Ага. Дальше идем. Короче, здесь идет раковина сразу же. Вот он я. Всем привет. Вот дальше тарахтящий какой-то вентилятор с туалетом и ванной. Вот оно. Американский манер вот этого всего. Крути, верчу, запутать хочу. Лейка, естественно, стандартная. Здесь полотенце, там вентилятор, свет. Но вода сливается очень просто. Здесь везде, кстати, вот такие с правой стороны штуки. И все, и туда пошло. Очко раз, очко два. Очко жим-жим. Ну вот. Поэтому, ну, что тут еще показывать? Ну, я не знаю, что показывать еще. Вот такая бытовуха. Две кровати. Кондишн стоит у нас. Вот. А, ну тут еще вот такие у всех приняты машины. Такие, я не знаю, как это машины. Не сверху, а сверху. Да. Шторина. С окном. Вот она закрывается. Вот она. Раз. Чикнул. Раз открылся. Вот. Сюда также ее подвинул за эту шторину. Ну, такая бытовуха, как бы, ну, что-то непонятно. Вот. Всем все понятно. Вот. Так что всех рад приветствовать на своем канале. Держите за меня кулаки за нас. Вот. Мы перебрались в Калифорнию. Да, завтра уже в Сакраменто. Ух, я вам скажу, мы еще и месяца здесь нету, но уже, ну да, так, реально, столько посмотрели. Это Мехико, Тихуана, вот, сейчас Сан-Диего, дальше едем в Лос-Анджелес, дальше в Лос-Анджелесе пересадка, едем в Сакраменто. Вот, ну то есть, довольно-таки интересное приключение, так что всем victory. Thank you very much.